Лучше гор могут быть только горы. Об этом знают ребята, которые покоряют новые высоты на Брестском скалодроме «Вершина». Тяга к приключениям и новым знаниям – вот что объединяет ребят, которые пришли проводить лето на скалодроме. Организаторы детских летних каникул продумали досуг до мелочей, чтобы детям было всегда весело и интересно. Такой отдых подойдет не всем. Но если трус не играет в хоккей, то и летние каникулы на скалодроме «Вершина» проводят только те, кто не понаслышке знает, что такое экстремальный и активный отдых. Детские летние каникулы скалодром «Вершина» – это прежде всего интересно, потому что это экстремально. Мы занимаем детей и даем информацию, вообще знания, которую никто не в Бресте и вообще единичные организации в Беларуси могут детям дать. Кроме скалолазания мы учим детей работу с альпинистским снаряжением, то есть непосредственно уже снаряжением, с которым люди ходят в горы. Вообще прививаем этику туризма, то есть прививаем детям ответственность друг за друга, они работают вместе, они отвечают за жизнь друг друга. И учим туризму, горному туризму, учим работать со снаряжением. Чтобы ребята могли покорять новые вершины, им необходимы глубокие знания, профессиональное снаряжение, а еще умение работать в команде. Только так можно добиться результата. Возможно, в скором будущем эти мальчишки и девчонки станут настоящими альпинистами. И на их счету будет покорение таких гор, как Казбек или Эльбрус. К слову, многие из ребят приходят проводить здесь летние каникулы не первый раз, ведь теперь для них лето без скалодрома не существует. Я пришла в лагерь уже третий раз. Я сюда хожу, потому что надо как-то разобразить свое лето. Дома сидеть это, как-то неинтересно. Здесь я научилась ставить палатку, так как я не умела. И мы сюда ходим в походы на каждые выходные. Во-первых, здесь очень дружелюбная обстановка. Даже если ты не знаешь этого человека, через пару дней, 3-4, ты с ним познакомишься, он тебе будет как брат или сестра. Потому мы все очень дружная команда. Потому что мы очень любим актив, мы любим рисовать. Есть те люди, которые помогают тебе, рассказывают. Есть хорошие тренера, ты учишься ставить палатки. Ты бываешь в тех местах, там, где ты не был. Я уже два раза была на скалодроме в лагере. И мне здесь очень нравится, потому что здесь очень добрые люди, веселые. И мне здесь нравится проводить свое время. За время смены ребята прочувствуют на себе, что такое экстремальный отдых, ведь так проводить время они будут на протяжении 2 недель. Детские каникулы на скалодроме «Вершина» – это не просто одна из летних активностей. Дети просто, они банально становятся самостоятельными. То есть мы контролируем чистоту, чтобы они убирали за собой обязательно. То есть все обычно, бытовые, так сказать, во-первых, вещи, которые понадобятся в жизни, это уборка, самостоятельность, приготовление. То есть, с одной стороны, мы учим детей экстремальным видам спорта, с другой стороны, они полностью могут уже следить за собой и жить самостоятельной жизнью. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.